У обладателя согласной L в имени тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Обладатели буквы N в этом имени отличаются стойким характером и умом. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Могут занять круговую оборону, отречься от внешнего мира или занять позицию страуса, прячущего голову в песок. Звук L говорит о сильно развитых родственных чувствах. Владельцы этого имени обращают внимание на свое здоровье, на чистоту дома и обладают потребностью все делать добросовестно. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Звук Г в этом имени отличает этого человека такой чертой, как брезгливость и любовь ко всему чистому. Это может проявляться, например, как неприятие находиться в неубранной комнате или нежелание слушать непрофессионального певца или брезгливость в еде. Мягкий знак означает мягкость и даже некоторую бесхарактерность натуры, повышенную ранимость, но в то же время добронравие и альтруизм. Некоторая расчетливость, присущая владельцам этого имени, компенсируется стремлением к духовному общению. Часто эти люди уходят в богослужение, но без фанатизма. Кроме того, звук Е придает обаяние и простоту. Склонность к ранней амурной жизни, которая не кончается никогда, но при этом наделяет постоянством и душевным романтизмом носителя имени. Однако уступчивость зачастую играет с ними злую шутку, и их талантами пользуются в корыстных целях. Обладает богатым воображением и высокой интуицией. Если родные и близкие ударяют и издают звонкую букву «Б», называя владельца полным именем, то это считается признаком большого авторитета в семье, также значит потребность человека в острых ощущениях. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Владельцы этого имени всегда подумают, прежде чем начать действовать, но их действия в основном приводят к застою в делах. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Люди, в имени которых есть мягкий знак, обладают редким талантом избегать ссор и конфликтов. Часто они вообще не имеют врагов или недоброжелателей. Буква А в этом имени несет символ первооткрывателя. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Если буква Е является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Буквенное значение имени во главе с буквой А означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Даже в самый уравновешенный характер мягкий знак в этом имени вселяет элемент неуверенности. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Одновременно означает и преданность, доброжелательность, религиозность. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.